Также Анджелина Джоли, как это не банально звучало, но так и надеюсь.
Да, конечно же, для нас родители это самое дорогое, самое близкое. И уверенность в себе и нашу поддержку дают они нам. Конечно же, для меня тоже моя мама. Это Лора. Для меня это Лора является моя бабушка. Она очень добрая. Она всегда поддерживает меня, дает самые правильные советы. Наверное, мне хотелось бы спасибо. У меня также является эталоном родители и Ким Кардашьян. Спасибо. Очень тепло. Почему бы и нет? Имеет право слова, я еще. Для меня эталоном, которым я всегда стремилась, это моя мама, которая всегда мне помогает, она очень добрая. Я также стремлюсь, чтобы духовно быть так же развита, как она. Прилетают наши красавцы.